красненький, с лампочкой. Неприхотливый. 40 лошадей. Че, блядь, еще сказать? Поехали за настоящим чудом техники, которые все думали, что они уже как мамонт вымерли, а они существуют и, между прочим, отлично продаются. Но вот точно не скажу, все-таки американцам принадлежат права или нашим русским, советским людям. Ну, в библиотеку схожу, почитаю, узнаю точно, но кажется, их обанкротили, американцы выкупили, и большая часть этих мотоциклов уходит за границу, и на них очень огромный культ, а у нас на него большая цена и очень ломкий мотоцикл. Но вот он, класс! Господа, Урал 2020 года! Ну что, ребят, долго ждали, дождались. Случайно у нас на тесте появился, хотел сказать Харли Дэвидсон, но это Урал. Урал Дэвидсон. Их очень тяжело достать, потому что их, в принципе, нет. Все, 98% уходит все в Америку. Хозяева американцы, делают на Ирбите. Остальное погуглите и почитайте. Этот экземпляр нам, ребят, предоставили. Купили для покатушек, чтобы покатать. Мотик фановый. Ничего в нем сильно не изменилось. На Ирбите как штампуют такие люльки, так и штампуют. 30% иностранных комплектующих. Это тормоза Brembo. Все дисковые на три колеса. Амортизаторы, не помню производителя, 8 позиций. Демпфер. Вчера по Ярославке ехал, да, чуть не охерел, когда воблинг словил, но демпфер мне помог. Почти тот же двигатель, переделанные головки. Фара, крылья. Короче, говно мотоцикл. Все, что осталось на русском языке, это пару вагонов со старыми брызговиками. И тут на русском написано «Урал». Что они здесь еще добавили? Они добавили кусочек скотча круглый. Потому что все это разъедалось, когда крышку закручиваешь, и вот эта вся краска с бака, она падала в бак. Добавили. Молодцы. Все. 21 век. Зашибись. У-ху! И тут пяточкой чик. О, а вибрация как на мультистраде. Так, пяточки надо привыкнуть. Ну чё, как я выгляжу? Хе-хе. Пропускайте на Урале. Блин, офигенно, у него так шелестит этот пуск. Очень мягкое сцепление где-то в конце и как-то еще. А, просто болтается. Оп, пяточкой. Ай, не попал. Ай, вторая. Детство вспомнил, как по огородам ездили на планете с коляской. Да, то, что Brembo тормоза, это мощь. Как вкопанный на все три колеса. Блин, люди реагируют еще круче, чем мы на Harley Davidson. Ну, собственно, как американцы говорят, зачем покупать Harley Davidson, когда есть Урал. Ну, нормально они тогда его переделали. По сравнению с тем, что мы ездили, но мы и брали приближенный к древнему. А сейчас моторчик другой, ну. Но не BMW. Ну, коляску лучше загрузить, реально, в правый поворот запаришь и пу! Посажу туда девочек. Вау, колбасит! Да, управляется он так страшновато, его вот как-то вот коляска тормозит. Ребят с полным приводом не взяли, но для города офигенно. Есть с полным приводом, но это совсем для дачников, но когда узнаете цену на него, будет другой разговор. Какая неопределенная лампочка нейтрали. То есть, то нет, то есть, то нет, то есть, то нет, то есть, то нет, то есть, то нет. Ну и, кстати, когда ручник включаешь, загорается индикация ручника. Очень много показаний АВГ.
HRT, вольтаж, HRTT. Прикольно, коротенькая первая передача, можно прям потихонечку катиться, держать ничего не надо, можно ноги туда поставить. Да, тогда в кругосветке я из коляски рулил, когда устаешь. Ну что ж, правый опасный поворот. Немножечко отклоняемся, пропускаем девочек, пропускаем. А чё мы их пропустили? Надо было забрать. А вот, правый поворот полегче, если вы не загружены. Вот так, отклоняетесь. Вау! Переключалка с пяточкой все-таки очень удобная штучка. У тебя носочки будут всегда чистенькие. Интересно, маслом он так же плюется, как 30 лет назад. Друзья мои, снова сегодня главный герой – это Васенька. Васенька, правда, надел не ту куртку, не ту кепочку и не те штанишки, потому что сегодня не какая-нибудь гламурная лабуда, а сегодня настоящий Юрал, как говорят американцы, бренд нефтяной, да? Да, ребята, Юрал. Классика жанра. Люлька и мотоцикл Урал. Васенька, ах, вот смотри, единственный, так сказать, тонкий момент, который я сейчас реализовал, ключ находится, ну и как у «Жигулей», вот здесь слева, да? И получается, если ты встал на светофоре... Слева, как у «Порше». А рядом какой-нибудь, так сказать, хитрый хрен, он тебе берет, выключает твой ключ и с ним уезжает, а ты сидишь и посасываешь мартини. Так всегда делали. Вась, главное, чем конкретно эта модель отличается от классического Урала? Какие? Да, вижу, ничем, что цветом. Ничем. 70 лет ничем. Нет, после того, как американцы выкупили его. А тормоза Брембо? Тормоза Брембо только спереди, но везде дисковые. Здесь добавили 30% иностранных компонентов. Например? Вижу тормоза. Вижу матюль. А вижу. У тебя друг матюль работает, да? У нас с Рустамом друг. Да. А если ты вот... А он сказал это, вам передать подарки тут. О, подарки! Вот, подарки! Вот, так, вот, давай. На, ладно, отлично, тебе. Еще подожди. Что-нибудь. Да ты все, не воруй! Вот, подарки, отлично. О, сразу добрый стал, Сережа. Давайте посмотрим, что за подарки. Это специально надо... Ух ты! Урал! Хром алип алюполиш! Это значит для у тебя хромированный? Да. Что? Тебе не подходит? А, не работает. Так, дальше что у нас? Брейк клин. Очиститель. Короче, Вась, скажи мне, тормозных. Ну, погодите вы, я же рекламу делаю. Да, это они в 30-х годах купили. Ты там болтай. Молчи. Значит, смотри. Очиститель тормозной системы, очень правильная тема. А вот это что? Insect Remover. Помните, я говорил, что за 100 рублей купил банку, и нифига комаров не отодрать было от лобового стекла. А я уверен, что у матюля-то рабочая эта тема. Вам, Рустам Ильич, очень нужна. Значит, у вас же есть визор в хелмете? Да. Правильно? Давай. Раз. Давай пробрызгаем. Нет, подожди. Давай мне побрызгаем. Короче, Сера, здесь оппозитный двигатель. Точно, как в Порше. Ну... Как в Субару. Субарики. Короче, а чувак, двигатель. Расскажи мне историю, что там за тема с америкосами? Обанкротили, выкупили завод. Специально. Серьезно? Да, и 100% теперь принадлежит американцам, и все уходит в Америку. У нас что-то 6% продается Уралов. И сколько стоит? Это вот предзаказ, это? Ну, около 800 тысяч рублей. А сравнить, например, с чем-нибудь? А, да ни с чем, это с даже верховиной. Не мотоцикл. Говорят, у Брэда Питта есть, да? У Брэда Питта. У Брэда Питта, да. У Джорджа Клуни. Погоди, а у этого самого, у нашего любимца-то, Киану Ривза. Нет, я не знаю насчет Киану Ривза, у Брэда Питта точно есть. Слушайте, давайте прокатись вокруг меня. Куда ехать? Куда? Только задом. Класс! Он в другую сторону не ездит. Заднеприводные! Да, это фильм «Довод»! Итак, по пробке. Хорошо. Да, поехали вперед. Теперь ищем переднюю. Давай, укатай его нахрен. Давай, вот это вон! Давай, пулемет! Так, ладно. Давай! Толстый, беги! Все. Смотри, убегаем в тачку! Класс! Быстро сзади, сейчас с другой стороны поймаем его. Все. Передние. Катя бежал. Смотри, спрятался. Ой, как класс, поехали.
Подарки верни. Нет, верни подарки. А за рулем хочешь прокатиться? Все, поехали, Вась. Нет. Поезжай, поезжай. Поезжай, поезжай. Сейчас быстро доедем. Тихо, 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 тихо. Вась, 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 блин. Че? Нормально. Сейчас главное направо не перевернуться. Ты еще рукой пока. Оп. Блин, ты тяжелый. Не встает коляска. Клево с коляски-то. А? Коляски же прикольно. Курить хорошо. И пить. А? И пить. Вообще просто бомбить. А, кстати, дай газу. А? Ну, дай газу. Газу, если это... Не, сильно не газую. А, блин, тут нет. Ну, держи. Я хотел тут прикурить. Всего 4 передачи. И так 4 передачи только. Если бы не тормоза и подвеска иностранного производства, то это было бы такое же говно. Так, как бы обмануть-то всех. Ладно, ладно. Пропускаю все междуряди. О, видал? Все уважают. Музыки не хватает. А нету музыки вообще? Да это говно мотоцикл. Это реально не мотоцикл. Весь кайф только в коляске. Мне сегодня один чувак подрезал, такой, блядь, это Урал новый. Я говорю, конечно новый. И такой, блядь. Тормоза, класс, супер. Я говорю, ты что, купить хочешь? Он, куда? Я говорю, дурак, не покупай, это говно какое. И сами хозяева говорят, это просто фан покатать. И все. Все. Он уже два раза ломался и сам починился. Я хотел на дачу на нем съездить, но это не вариант. Если что-то сломается, это просто фан. Если было бы их много в Москве, ладно, а тут он, блин, три штуки, наверное, на всю Москву, так все на них смотрят, как Дико, вина, прошел. 4000 в сутки и катайся по центру. Смотри, как все смотрят. Даже дети. Особенно бабушки, старые телочки, которые прям останавливаются. Ох, был на Урале раньше. Еще запаска была, помягче было. Давай. 500 рублей. Здрасте. Там же не разметка, так не позволяет выезжать от этого стоянки. Там и кирпич, по-моему, тоже висит. Да не, на выезд там нет кирпича, нет. Но я просто... Нет, это если на встречку кирпич. Американцы выкупили, все продают за границу, там все на них прям молятся. Ну я, да, слышал, что в основном какие-то в Америку, в Россию. Все, почти 100% все туда уходит. Как Ирбит выкупили и все. Да. Обанкротили, выкупили. Директора американцы, там русские стоят. И все мужики, которые работали на Ирбите там 70 лет назад, они до сих пор работают. 4000 прокатиться, а все кайф. Вот у нас неделю на тесте он был. Все у нас охранники, там повара, там завхоз. Прокати-прокати. Это кружок по правде, и у них такое настроение весь день. Все и детство вспоминают, кто постарше. И вот самый кайф в коляске. Николай, где они жезла? Сейчас еще по встречке. Удивлю парней. Оп.